В Махачкале продолжается строительство духовного центра имени пророка Иссы. Накануне с рабочей поездкой на месте стройки побывал общественный координатор проекта «Мой Дагестан, мои дороги» Мухаммед Рашидов. В сопровождении представителей центра он проинспектировал ход работ. В частности, обратив внимание на то, как идет укладка дорожного полотна на территории объекта. Обследованы были пути, ведущие к основному зданию, мечети, а также парковая зона. Здесь будет располагаться народная аллея. Это 9 гектаров площади от территории духовного центра до прибрежной части города. По оценке Мухаммеда Рашидова, дорожные работы ведутся качественно, со строгим соблюдением всех требуемых стандартов и технических норм. Приехали здесь со специалистами, сделали собрание, поговорили с ребятами, и ливневку показали, посмотрели, как нужно идти. Они мне показали, что действительно утоплено это, делают основание очень серьезное. Это здесь техника современная, которая и грейдеры, и катки современные, которые они проводят, и делают основу, самое главное основу, потом будет и асфальт делать. Отметим, духовный центр имени пророка Иссы начали строить в 2015 году, а планируют завершить в 2025. Строительство комплекса идет на общественных началах, на пожертвования людей. На уровне правительства будет подниматься и глава республики с предложением о выделении именно от республики сюда денег. Вот в 2020 году выделены, подготовлены на 2021 год. И вот там сумма уже будет правительством нам обсуждена. И обязательно помощь для мечети это будет сделано. Там дальше есть посаженные деревья уже. Вот видите,